Водные процедуры грациозный пес по кличке Эталон принимает ежедневно после каждой прогулки и дрессировки. В воде радуется как ребенок, успевает наиграться, вдоволь напиться и восстановить силы. Для того, чтобы животное чувствовало себя комфортно, в жару, говорит хозяин немецкой овчарки Максим Ашурков, собаку необходимо периодически купать, давать чуть больше воды и немного пересмотреть рацион питания. Пища должна быть легкой и нежирной. Собака купаться просто обожает. Воду любит, как сами видите, и пьет, и плещется, и играет. Чтобы животное не перегрелось, не получило ожогов лап и, как следствие, не оказалось в ветеринарной клинике под капельницей, нужно соблюдать несколько нехитрых правил. Гулять рано утром и поздно вечером, менять воду в миске каждые 4 часа и никогда не оставлять питомцев в машинах, особенно в закрытых. Последняя нередкость, отмечает ветврач Галина Пестова и вспоминает печальную историю, которая произошла в клинике совсем недавно. Хозяин ушел в супермаркет, и когда вернулся, собака была уже практически в коме. Нам ее привезли, температура тела зашкаливала за 43, и, к сожалению, мы не успели животное спасти. Особенно плохо переносят жару брахицефальные породы собак. Мопсы, английские и французские бульдоги, шицу, пекинесы, йоркширы и чихуахуа. Основная проблема брахицефалов в том, что из-за нестандартного строения черепа им непросто сделать вдох и выдох. Такие собаки, подобно кошкам, теплоотдача за счет учащенного дыхания у них не развита и не является эффективным механизмом терморегуляции. Однако, если кошка успешно справляется с перегревом организма в прохладном укрытии, для собаки повышенная температура тела может стать роковой и привести не только к сгущению крови, но и гибели клеток головного мозга. В нашей практике был случай, когда собаку чау в жару оставили дома без воды, и когда хозяева приехали, животное погибло. При малейшем подозрении на перегрев питомцу нужно смочить морду, лапы, живот и уши. При этом вода не должна быть ледяной. Из-за резкого контраста и перепада температур может произойти спазм сосудов. Некоторые ветеринары рекомендуют дать собаке таблетку аспирина, чтобы понизить температуру тела и исключить свертывание крови. А вот для птиц такой совет не подойдет. Спасти их гораздо сложнее, чем собаку или кошку. Терморегуляция у них развита посредством дыхания. И в случае перегрева они начинают учащенно дышать, хлопать клювом и даже падать. В эти минуты необходимо открыть окна, поместить клетку в прохладу. Место, дать птице воды и как можно быстрее обратиться к ветеринару. Тогда с большей долей вероятности тяжелых последствий удастся избежать. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.